Ну вот, мы на территории этой башни находимся. Опа, чуть не наступил. Спасибо, что сказала. Лошадь пока. Да. А может, это коза была? Лошадь, да? Вряд ли. Ну, нормально. Мусульманский, мечеть, индусский. Ага. Там церковь, христианский. Христианский. Там есть буддийский. Там буддийский. Красивый вот этот, конечно. Да, прям яркий такой. Мне вот такая вот тематика близка. Я люблю яркие цвета. Вот он. Тоже смотрите какой. А это... Ну вот это мне прям нравится. Такие вот яркие цвета, красивые. Очень. Красота неописуемая. Идем дальше. Друзья, ну сегодня дымка. Мы рано утром. Сейчас по их времени 7:30 утра. 7:30 утра. Мы, боюсь, что с вами ничего не увидим. Сегодня все в дымке. Мы находимся очень-очень высоко. Мы выше домов. Просто облака уже здесь. Си-си, дымка вот эта когда должна спасть она? Или она вообще сегодня не спадет, как вы думаете? Что? Здесь? Дымка, вот. Туман. Туман, туман. Туман нет, любое время. А, все время, да? Да. Вот это прямо город Гамполе. Ага. Раньше назвали Ганга Сири Пура. Это 416 лет назад. Тут был наш король. Ага. Имя Буэнекаба. Он сил тут 29 лет. Тут был дворец. Ага. Дворец был. Это город Гамполе. Сейчас называется Гамполе. Это была у нас страны пятого столица. Пятая столица была. Этот город здесь 25 тысяч человек. 25 тысяч человек, да, живет. Сейчас 25 тысяч человек. Вот это у нас в стране самый длинный река Махавели. Это 335 километров длинный. 325 километров. 335. Километр длинный. Это 1300 метров высоты над уровнем моря. Это место. Башни высоты 200 метров. 200 метров башни. Так, ну вообще чуть-чуть рассеивается. Чуть-чуть рассеивается. Как ты винит растой перрис? Рис. Рисовая палина винит. Как ты перрис? Гора туман пойдет. Ага. Гора растой чай. Гора чай. Вчера мы были там, да. Там вчера было 1893 метра. Сейчас 1300 метра. Вечером ноль. Ага, да. Вчера ночью мы были там, это у нас в стране город Кенди, последний король был последний столица. Город Кенди, то есть большой город. У нас в стране Тарау большой город Кенди. 200 тысяч человек в этот город. Мусульманские люди и буддийские люди. Много. Кампора город не тоже. Мусульманский, сингатский, индусский. Так, ну вот здесь есть колокольня, в колокол звонят, когда королю, президенту там плохо, ну вернее королю раньше было плохо, все бежали и пытались помочь каким-то образом. На колокол, я думаю, подниматься не будем, сейчас поднимемся вот на эту панораму красивую, тоже там красиво посмотрим. Сейчас с вами. В общем, интересная территория. Башня точно интересная. Настоятельно рекомендую по возможности здесь побывать. Настоятельно рекомендую. Посмотрите, какая красота. Просто невероятно. Вот сейчас сюда поднимемся.
13 лет назад эту башню построили. 13 лет назад. Поднимаемся. Здесь, конечно, это можно было бы столики сделать, ресторан открыть. Вот на эту башню. Вот там на самый-самый-самый пик подняться. Высоко, конечно. Да. Собачка отдыхает. Ну вот, вид какой тоже, да? Вот здесь меньше тумана, этой дымки. Здесь, конечно, получше вид. Очень красиво, очень. Красота неописуемая. Вот так. Ну вот, с вами заходим в это помещение. Вот он, это лестница. Идем с вами. Ну, вот здесь ничего нету, получается. Просто лестница. Сейчас, когда доберусь до пролета первого, сделаю вид. Ну вот, с вами поднялись на первый пролет. Я что-то нужно увидеть. Карта. Ну, вот такой вот уже вид открывается. Высоко, конечно. Страшно. Прям страшно. Я, конечно, не трус, но я боюсь. Видите, это здесь дымка, этот туман так называемый, он постепенно сходит, но все равно и нам еще вон туда, выше-выше подниматься. Ух, не знаю, конечно, друзья, ножки-то немножко подтрясываются. Хоть мы и не высоко, но... Так, в общем, мы сейчас встали в такой нише. Там совсем узко, посмотрите, какой пролет. Выше я уже не пойду. Уж извините, ребята, но я нет. Я пас. В общем, на этом мое приключение здесь, на этой башне, заканчивается. Очень высоко и очень опасно. Посмотрите, ну, здесь прям просто один человек кто помещается. Я спустился, ну что сказать, я не трус, но я боюсь. В общем, ножки подтрясываются. Заканчивается все вот так. Ну, а дальше просто ничего нету. И вот какой вид. Я бы не отказала, чтобы телефон был висел на шее. Вот так ты поднимаешься, и вот так вот высоко-высоко до самого-самого конца. Сейчас.
сейчас я уже спускаюсь вниз. Тут такие узкие ступеньки. Вообще, в принципе, они не очень широкие. А есть прям периоды очень узкие. Прям очень узкие. Вот все вот так толпой стоят. А тут вот попа не проходит, не знаю, как показать. В общем, здесь пузатая часть. И попа с трудом прям. Вот на этом, по-моему, Андрей с Василисой остались внизу. В общем, друзья мои, башня потрясающая. Очень круто. Это просто что-то невероятное. Настоятельно всем рекомендую здесь побывать. Обязательно. Это пушка.